Друзья, всем привет! У нас хороший день, ближе уже к кульминации, уже ближе к тому, что будет постоянно уже идти, уже в таком варианте, который меня, в общем-то, устраивает. Здесь много произошло внутренних изменений, там, начиная от компрессора, там, корпусов, электроники, пусков и так далее, и каждая вся мелочевка. Вот, там, здесь есть изменения. Так что у нас сейчас вот такой корпус, уже, ну, правда, более тяжелый, ну, такой бронированный, можно его бить. Ну, бить ничего не надо, даже бронированный. Ну, в общем-то, это дает, повышает выживаемость, надежность, да? Так, давайте сделаем такой, значит, система там до 10 метров, 5 часов работы. Так, значит, сепаратор у нас, который отбивает воду. Закручивается он без ключей, просто от руки затянули, флажок обязательный, чтобы не нарушать никакие международные законы, да. Он разбирается, сепаратор, на часть, если нужно. Вот. Значит, можно влить воду сюда, вода не попадет вовнутрь, она отсекает, да, вода, воздух, сепарирует. Даже если рукой закрыть, воздух все равно туда пойдет в систему. Там есть свои секреты. Так, включение. Ключ такой есть. Вот мы включили. Здесь выключили. Включили, выключили. Включили, выключили. Все просто. Значит, ну, есть показатели. Можно посмотреть. Вот такой есть у нас показатель. Ну, удерживаем ключи. Все. Так, что еще? Значит, бьёчек, да, мягкий. То есть кто-то спрашивал, что это не пенопласт ли это. Это не пенопласт. Это мягкий. Тут прочная камера европейская стоит. Надувается, потом вставляется, туго запрессовывается, ну, плотненько. Все, застегиваете, плывете. Тент закрывает. Снизу прищелкиваем шланг. Значит, зарядное устройство есть. Анатомический загубник, как я уже говорил, есть стандартный, классический, универсальный для всех. Легочник, достаточно крутой легочник. Так, шланг. Ну, что, в общем, весь комплект. Можно с этим чемоданчиком бегать. Поскольку это уже версия мини, это не макси. То есть вот, ну, вот такой легенький чемоданчик. 9,5 килограмм. Так, внутри еще есть тумблер. Ну, для хранения. Так, и дополнительная инструкция. Что, друзья? Идем дальше? Друзья, как, я не знаю, сейчас видно, не видно. У кейса, значит, собственная есть плавучесть. Собственная. Вот, даже можно его с усилием погружать под воду. Он герметичный. То есть кейс герметичный. Видите, мы его погружаем. Смотрите, как глубоко. Кейс герметичный. Так. Значит, по включению. Включаем. Вот даже в ванной, в замкнутом пространстве работает тихо. На воде, на улице вообще не будет слышно. Мурлыкает. В воде его тоже не слышно. Ну, вот такая системка. Только она в буйке, чтобы человек мог по буйку подниматься. Если он плохо мог держаться за буй, буй является спасательным, плюс защищает от катеров, от, там, скажем, ну, дает, в общем, безопасность, чтобы его было видно, и катера держались на расстоянии от этого буя. То есть для пловца, для всплытия это безопасно. В общем, друзья, вот такой у нас герметичный кейсик. Противоударный, очень-очень крепкий, тихий, герметичный. То есть сделан так, чтобы системка работала долго. Без отказов. И вы могли прекрасно погружаться. Получали удовольствие жизни. Вот это заменяет 5 аквалангов. То есть взяли и пошли вместе с буйком. Вот так вот руку просовывается в буй и пошли. Все просто. Так что, друзья, вот такой вещь, я сам такой пользуюсь.
Ну вот, друзья, легочник, когда вот в таком положении, видите, воздух не идет. Делаем разворот. Вот он. Можно принудительно кстати, еще хочу сказать, идите своим путем, не копируйте, не будьте копиями, будьте оригиналами. Все, что делается в этой системе, от сепаратора, системы, каждой мелочи, это все личный индивидуальный труд. Так что идите своим путем, не воруйте, не копируйте, не позорьтесь. Это для тех, кто собирается, скажем так, воровать, да, прикидываться покупателем там, или каким-то там клиентом, или еще кем-то. Вот, так что, ребята, если хотите получить информацию, как сделать самому, на это есть форумы и другие ребята, но не ко мне. Это мой личный интеллектуальный труд. Все, что здесь есть, это личная работа. Личные вложения, личный труд. Так что не копируйте, будьте оригиналами. Все. А всем большой привет и до новых встреч. Пока.